Здравия желаю. Итак, продолжаем, значит, замеры обогревателей ламповых. Рептилоиды там хихикали, писали там ерунду всякую. Поэтому я решил померить еще раз. Вот, значит, из старого короба, из блока питания компьютера, короб, а там лампочка на 100. Давайте посмотрим, что показывает замеры. Так. Как видите, показывает 70, 50, 60, 70 градусов. 70 градусов. Вот, как видите. Ну вот, 50, 60, 70. Он до 500. До 550. То есть 70 градусов от лампочки. То есть вполне можно обогреть комнату минимум 10 метров. А это 100 ватт. А у них, у рептилоидов, написано, киловатт надо брешуть. А вот сейчас давайте, сейчас пусть это полежит, достанем 2-киловаттку. Эту выключим. Так, эту я выключил. Так. Я специально это купил, термометр, чтобы рептилоидам доказать. Они же там все предъявляли. Отодвигаем, вытаскиваем. Так. Вот она. 2-киловаттка, видите? 2-киловаттка. Вот. Поставим ее. Также я мерил воздух. Не колбу я мерил, а воздух внутри этой. Внутри коробочки. И здесь померим воздух. Так. Давайте померим. 2 киловатта. Вставляем и ждем. Я уже мерил в прошлый раз, когда сравнивал с этой, с печкой, значит, тепловым насосом от холодильника. Сейчас еще раз померим. Вот сюда даже, вот. Самое пекло. Вот тут жарит, по центру. Самое пекло поставим. И посмотрим. Подождем минут 5, куда спешить? Вот 50 градусов поднялось пока. Ровно 50. Вот.
пускай пока работает. Я поставлю на нее. Наблюдайте. И вот смотрите, как счетчик крутит. Как рептилоиды нас дурят. Итак, прошло 5 минут, температура 60, ровно 60, больше не поднимем, даже нет, ну около 60, так это 2 киловатт, а это 100 ватт, видите, как счетчик крутится на 2 киловатт, 20 раз быстрее, выключаем. Включаем эту, смотрим. Как здесь крутится? 20 раз медленнее. Видите? 100 ватт лампочка. 70 дает. 2 киловатта. 60. Так же вовнутрь засовывал, как и здесь. То есть КПД больше 2000%, так как на 10, так как на 10 градусов больше, если было здесь 60 в коробочке, 60, то было бы КПД 2000%, а оно 70. То есть еще на седьмую, на одну седьмую часть. Одна седьмая часть это где-то 15. Еще 15%. То есть получается КПД 2 где-то, сейчас скажу. Ну, две с небольшим, 2000 с небольшим, 2100 где-то так, 2200 против того. То есть за 100 ватт мы обогреваем сильнее комнату, чем на магазин на 2 киловатта. Еще неправильные замеры вам, рептилоиды. У вас все неправильно. Что вам невыгодно, то все у вас неправильно. Поэтому применять можно. Сейчас уже, если до этого я просто на глаз говорил, что 2000, а сейчас и по термометру. Вот термометр до 500 градусов. Вот он, шкала. Шкала Цельсия есть и шкала этого Фаренгейна, по Фаренгейту. Получается все верно, ребята. Надо мерить градусами. Амперы ложные, ватты ложные, джоули ложные. А градусы не ложные. В градусах мы видим сравнение. То есть мы мерить можем по сравнению.
Где больше, а где меньше. Сколько чего мы не знаем. Мы сколько чего можем узнать из того варианта, когда, допустим, мы сами получаем энергию, жгем топливо, допустим. На бензине у нас, на газе генератор. Вот тогда мы можем узнать, сколько литров потрачено. Или сколько угля. Или сколько дров. А когда мы меряем, значит, не зная, джоуль этот вот, потом кулон, это все вранье. Вы сами видите, по амперам считается, там, по ваттам, по киловаттам, джоули, там, это... Они напутали, накрутили, чтобы дурачить. Получается, что? Дурача нас, они берут 20 раз больше. То есть мы можем отапливаться за 100 ватт, а отапливаемся, слушая их, покупая ихние приборы, платя им 20 раз больше. Большое вам спасибо за внимание. Пожелаю вам крепкого здоровья и исполнения всех ваших желаний. Поздравляю с наступающим Новым годом, уже не за горами. И дай Бог, чтобы в Новом году у нас все пошло как по маслу.